День воинской славы России. 70 лет назад на Красной площади в Москве был проведен парад 41-го года. И сейчас мы говорим о всех днях воинской славы России. 5 декабря, день начала контрнаступлений советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 41-го года. Московская битва имела крупное международное значение. Она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и ослаблению блока фашистских государств. Заставила посещение круга Японии и Турции воздержаться от выступления на стороне Германии. Порабощенные Гитлером народы обрели веру в избрание от фашистского ига и антивизировали войну против поработителей. В честь этого знаменательного сражения 5 декабря Россия отмечает День воинской славы. И сейчас, дорогие друзья, с удовольствием хочу пригласить на сцену известного новосибирского композитора и исполнителя Александра Цирпятову. Встречаем! И покину родные края, окунусь в молодую листву и рассвет с собой унесу.